Маліновський – журналіст, фотограф. Знімає 2 роки. Все розпочалося з робочих репортажів. Захоплюється арт-фотографією менше року. Зараз у пошуку концептуальних кадрів. За експерименти і проти одноманітності. Сергій Мельниченко – фотограф. Засновник колективу «МІФ» – Миколаїв Young Photographers. Займатися фотографією почав у 2009 році і за менш ніж 10 років був учасником понад 90 персональних та групових виставок по всьому світу. Переможець українських і міжнародних конкурсів. Неодноразово був відзначений нагородою «Фотограф року», «Золота камера», а останню і важливу нагороду Сергій здобув у щорічній премії «Leica Oscar Barnack Newcomer Award 2017», де виборов перемогу більш ніж у 2700 конкурсантів зі всього світу. Фотографії Сергія знаходяться у приватних та публічних колекціях у Нью-Йорку, Антверпені, Парижі та Києві. Ось так от, друзі, нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і з цього моменту нас чує і радіо. Ось, тому вітаємо наших слухачів. Вітаємо наших слухачів, кажемо їм доброго ранку. Доброго утра. І хочемо нагадати, що окрім наших гостей, які ми зараз представимо, це Сергій Мельниченко та Антон Маліновський, фотографи, а на хвилі 92FM на українському радіо Миколаїв також ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Тож зараз пропоную поспілкуватись про фотографію. Міф. Як виникла ідея створення цього колективу, об'єднання, і яка взагалі його мета? Ну, после того, как состоялся мой авторский курс, да, по фотографии, после вот успешной выставки летом, которая прошла выпускников моего курса. Нагадай, будь ласка, нашим глядачам та слухачам, де відбулась ця виставка? В торговом центре «Портал», да, он по-новому бывший торговый центр «Кит». Вот, там была эта выставка, и она прошла очень успешно. После этого у меня начала закладываться идея, что, ну, мне было отпускать жалко ребят, то есть, что, и я хотел, чтобы они продолжали работать. После чего мы выезжали на разные мероприятия в Херсон, в Киев, на ярмарки, мы возили, устраивали там портфолио-ревью, и после этого я понял, что мне надо их все-таки объединить, чтобы это было какое-то более официально, да, то есть, грубо говоря. Вот. И после этого мы сделали такое объединение, я выступаю теперь в роли куратора, и мы начинаем усердно работать. Я заходив на ваш сайт, и там я помітив, що у багатьох людей, ну, в них взагалі різні стилі. На твою думку, Сергію, що їх об'єднує? На данный момент вообще идея мифа – это арт и концептуальная фотография. Да? Может быть, будут отклонения, там, ну не может, а будут там, в социальную, в документальную фотографию и так далее. Но на данный момент мы работаем над созданием общих проектов, в которых будут задействованы все или большинство из ребят. Вот. И потом мы будем их выставлять в разных галереях, на разных фестивалях по Украине, по Европе, и тем самым будем заявлять о себе все больше, больше и больше. То есть, но то, что они работают в разных стилях, это не мешает. Тому это, наоборот, еще более интересно для создания каких-то общих проектов, потому что у каждого свое видение, у каждой какой-то своя ветвь. Кожна деталька дрібничка, ну, да, додає щось своє. Конечно. Да. Антоне, розкажи, будь ласка, нашим глядачам та слухачам про свій стиль фотографії. Ну, сложно определить. Я все-таки еще, может быть, ищу себя, пробую экспериментировать. Иногда я начинаю играть там, с тенями, да, полностью убираю в черные тени, и какие-то странные картинки получаются. Иногда наоборот, там, не знаю, вспышка, уколет, все подсвечу, все, да, иногда еще что-то. Ну, нельзя делать все, мне кажется, в одном ключе, вот всегда в одном ключе. Нужно искать, развиваться. А я же, чтобы автора впизнавали за стилом. Ну, мне кажется, есть какой-то, скажем так, видение, ну, может быть, да, может быть, какая-то вот изюминка, я не знаю. Бачив твою серію фотографій, яка отримала назву «Deputies», що перекладається з англійської як «депутати». Вона зроблена у такому, там дуже тіні відіграють велику роль. Да. Якраз відбулася ось ця гра тіней, правильно? Так, да, да. Вони там закривають лиця депутатів взагалі повністю. Да. Це натяк?
И намек тоже. Ну да, это же искусство, ну все должно. То есть я не снимал конкретно, скажем так, я не снимал конкретно наших николаевских депутатов. То есть, ну, на картинках они, но это собирательный образ. А чи впізнають вони себе, коли бачать світлини у Фейсбуці та інших соцмережах? Ну, узнают. Якщо впізнають, ну, можливо, вони самі тобі пишуть або звертаються при зустрічі, нічого не кажуть. Вони дуже сором'язливі, мабуть. Ну, наверное, я не знаю. Узнаю обязательно. Але хотілося отримати якийсь фідбек. От, від депутатів. Так, а чому ні? Всі ми люди. Більше від простого зрителя інтересніше, ніж на картинки. А є вже відгуки на міф? Що кажуть люди? Да, ми зараз відправили і свій сайт, і взагалі я спілкуюся з різними кураторами із фестивалів, з галереями, то есть і на даний момент, на весну, тому що все починається зима, такий період, да, спящий такий сезон, да. Вот. І з весни починаються різні фестивалі в Одесі, і от ми договоримося за виставку. У нас на даний момент 3-4 плана на 2019 год, на начало, да, на весну. Это там Одесса, это Ивано-Франковск, это еще раз Одесса. У нас несколько там, да, мероприятий запланировано. Будет, все будет. Будем, конечно, конечно. Будем делать, да, надо что-то интересное. Мы хотим также отходить от обычных выставок, которые привычны зрителю. То есть, просто людина пришла, подивилась, пришла. Да, то есть мы будем стараться, возможно, делать это каких-то на открытых пространствах, там, на открытой местности. Может, это будет в виде каких-то вообще интервенций и инсталляций, то есть в обычном публичном доступе, чтобы люди могли это постоянно видеть, ну и так далее. Мы будем над этим работать. А также есть у нас планы на Польшу уже. И мы с одной галереей сейчас общаемся, они уже хотят нас как бы там видеть, вот, так что сейчас а главное работать теперь. Вы поехали до Польши? Все тоже на весну, вот. На данный момент это март-апрель. Вы знаете, будет насыщенный период? Ну да, да, будем стараться, чтобы везде успеть, как бы, но и чтобы не делать на тяп-ляп, то есть надо, чтобы это было качественно, и мы хотим показывать, стараться везде показывать какие-то разные материалы, чтобы не ездить с одной выставкой везде. А что самое будете презентовать? Есть у вас уже певная идея? Мы сейчас начинаем работать над переосмыслением истории Николаева, мы собираемся сделать серию... Насправді, це дуже болюча така тема. Да, но мы будем все-таки подходить с нашим каким-то видением, да, молодых фотографов, мы будем работать на более современную какую-то концептуальную тему, возможно, какую-то там, я не знаю, молодежную, трэшовую и так далее. Ну, будем смотреть. Мы хотим сделать такую, переобыграть серию книг о Николаеве, там, типа, там, 5-7 книг, и из этого потом сделать какой-то видеоматериал, фотоматериал, инсталляции, и с этим попробовать уже начать, по крайней мере, совместные какие-то такие вот проекты выставочные. На вашу думку, чим відрізняється ваше бачення фотографії від, скажімо так, вже більш традиційного бачення? Ну, сейчас вообще фотография с... Да, да, рассказывай. Ну, да, сейчас сложно сказать, что фотография, она меняется очень сильно, и она уже, ну, становится неотъемлемой частью искусства. То есть сейчас фотограф такой же художник. Это вот нас и Сережа всегда учил, и в целом это становится понятно, когда углубляешься в мир современной фотографии, что действительно сейчас нельзя быть просто фотографом, который снимает вот, ну, вот что-то. Дерево, пейзаж просто. Ну да, це вже приїлося. Чи можна дерево так само знімати, але як це знімати? Ні, да, тому можна, що люди побачать якраз очима фотографа оці світлини вже. Ну, зависит от того, какая цель преследуется. Если преследуется цель показать дерево, можно снимать дерево, а если преследуется цель показать какую-то тему, то тогда уже нужно... Ну, сейчас язык фотографии, он более обширный, более глубокий, и более нетрадиционные методы для, используются для того, чтобы передать эмоции, передать, раскрыть тему и так далее. То есть все больше медиа используются все-таки. Одной фотографии как бы сейчас не обойтись. Ну, то есть не то, что не обойтись, но стараются удивлять постоянно, потому что из-за интернета стало перенасыщение просто картинки, когда... То есть самое
Инстаграм? Да, Facebook, очень много пабликов, в котором постоянно очень много хороших картинок, и просто затирается уже. Але вот вони это так вот... дуже часто бувають схожі один на одну світлину, да, тому да, необхідно от щось постійно шукати нове, якраз новий, от я зрозуміла, цим ви займаєтесь. Візуальний язик, новий візуальний язик, да, да. Поэтому, і як ми ж говоримо, що не треба просто, у кожному своє, і, ну, і без цього нікуди. То есть есть люди, которым просто нравится там снимать там пейзажи, это, ну, они потом находятся в отдельных как бы таких сообществах, там спілках, да, и так далее. У нас немножко другая тематика просто. А дивіться, чи завжди у фотографії має бути сенс? Ну, чи може бути мистецтво просто заради мистецтва, не для того, щоб показати якусь певну ідею, донести її до глядача? Чи може це просто бути ось без сенсу? Да, но оно может быть на таком, на этапе создания только вот материала, но потом все равно для того, чтобы твоей работой заинтересовались, тебе все равно надо либо уже выдумывать этот сенс, да, либо изначально просто его туда закладывать. Но сейчас больше все-таки идет упор на проекты, на серии, и сейчас одной картинкой уже никого не удивишь, то есть ты не можешь прийти в галерею и сказать: у меня есть вот одна классная картинка, выставьте меня, пожалуйста. Она может быть и классная, но тебя не выставят, поэтому сейчас работают более над темой все-таки, вот, которые сосредотачиваются над каким-то определенным объектом, либо там группой объектов, и вот работают над этим. А яка остання тема, над якою ви працювали? Ну, я параллельно несколькими работаю. Сергей Рува тоже вроде как. Ну, Антон вот снимал, да, последний, это очень классные депутаты, они со Славой снимали такую, ну, как не шуточную, да, да, с Вячеславом, они снимали такую штуку насчет темы расстрела в школах. My Little Columbine. Да, 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 то есть это такая в игривой форме, но тема понятна. Вот депутаты, ну, много что ты снимал. Ну, да, еще есть некоторые проекты, которые еще в работе, которые еще не выставляли. Там, от якраз хотіла запитати, над якими проектами ще працюєте, які ви плануєте показати ось цієї вже весною, окрім історії Миколаївщини? Які теми хочете зобразити? Вот первое, это то, что у нас, и то, что я сказал, это по поводу вот Николаева, это потому, что мы хотим все-таки сейчас, как, так как мы коллектив, который сформировался в Николаеве, поработать над аутентичными вот этими темами, именно того пространства, этого места, где мы живем, где мы родились и так далее. А дальше будет видно, потому что я, например, мы также параллельно все будем, и каждый из авторов работает над своими параллельными проектами, которые потом могут быть использованы в каких-то групповых проектах, либо могут быть лично их, где они будут их использовать. То есть я работаю над разными также темами параллельно, там я семью снимаю очень часто, и вот сейчас мы показывали этот проект этот в Израиле, и других много тем. И наостанок, расскажите, будь ласка, як вас знайти, де можна подивитись ваші роботи? У нас есть Instagram, миф. .art. .art, да, в Facebook есть страница, миф. Без точки арт. Есть сайт. И сайт. Так? Да, YPH, да, так. Да. YPH. MYPH. И сайт. Да, да. И на сайте там все есть. Плюс вы, на каждого из авторов. Вы активно пополняете, можно... да, чтобы да, мы люди стараемся, заходили, конечно, да, да, мы конечно сейчас стараемся об этом везде говорить, писать, публиковать, чтобы быть на виду. А, ну що ж, ми можемо побажати вам тільки успіху. Спасибо. І натхнення. Спасибо большое. Дякую, що завітали, і ще раз успіхів. Спасибо. І натхнення. Ми спасибо хочемо нагадати нашим глядачам та слухачам, що сьогодні до нашої студії завітали Сергій Мельниченко та Антон Маліновський, фотографи.